Здравствуйте. Предсказание от Терези Мэй. Дело 14.07.2016 года. О Терезе Мэй, новом премьер-министре Великобритании. Она стоит и держит над головой перевернутый табурет. Далее половина неба черного, половина как будто бы зарница. Далее черного становится больше. Далее Мэй бежит по выложенной светлой дорожке, которая упирается в тоннель. Впереди туман, но он рассеивается при приближении Мэй. Далее из тоннеля выскакивает поезд с горящими фарами и наезжает на нее. Поезд прошел, не остановившись. Мэй осталась лежать на рельсах. По этому видению видно, что Тереза Мэй очень сумасбродная натура, и во время ее правления в Великобритании, да и за ее пределами, будет весело. Но закончит она скорее, потеряв свой авторитет, или трагично. Так, от 13.07.2017 года. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призналась, что немного всплакнула, когда узнала первые результаты exit-poll на выборах в британский парламент. Об этом сообщает BBC. По словам Мэй, когда она узнала новости от своего супруга Филиппа, она была в шоке. «Мне потребовалось несколько минут, чтобы успокоиться, поскольку мы не ожидали подобных результатов», — ответила Мэй. Также премьер-министр добавила, что знала о неидеальности ее кампании. Однако по предыдущим опросам она должна была упрочить большинство консерваторов в парламенте. Ранее сообщалось, что Тереза Мэй стала самым непопулярным министром в правительстве Британии. Спасибо за внимание.